Ой, Пранкс-то привет! А что, салон красоты еще не открылся? С 10 до 8. Пранкс-то, а сколько сейчас времени? Единорожка, уже 10, уже 5 минут 11. И не знаю, она, наверное, задерживается. Я вот тоже жду. А, ну тогда подождем. А что ты хотела здесь делать? Я хотела своей собачке сделать новую прическу. Помыть голову и лапки. Ой, девочки, извините, что задержалась. Сейчас я открою свой салон. И можете проходить. Проходите, пожалуйста. Ну что, Савушка, пойдем. Сделаем тебе новые кудри. Угу. Девочки, проходите. И говорите, что кому нужно сделать. Нам бы нужно лапки помыть. Мяу, мяу, мяу. А мы, думаю, одними лапками не отделаемся. Нам бы полностью принять ванну и сделать причесочку. Воф, 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 воф. А совушке нужны новые кудри. Можете нам помочь? Конечно. Проходите, пожалуйста. Ух ты, как же здорово! В новом салоне красоты для питомцев Лол. Посмотрите, сейчас наши питомцы станут самые-самые красивые. Девочки, мальчики, подскажите, пожалуйста, а салон красоты уже открылся? Да? Я просто часы дома оставила, а у меня вот новый питомец, его срочно нужно в салон, срочно. Да, маленький мой, бедненький, сейчас я тебя отведу в салон красоты. И там мы узнаем, кто же там внутри. Лол, сюрприз for the pets. Помой меня, сейчас мы тебя вымоем. Тук-тук-тук, открыто? Да, конечно, проходите. Ой, здравствуйте, у меня новый питомец, его срочно нужно помыть, очень срочно, поможете? Ух ты, привет, что это у тебя? Лол, сюрприз for the pets. Ух ты, это новые питомцы пушистые шерстяные, которых нужно помыть. Да, точно. Ух ты, мы сейчас узнаем, кто там внутри. Вы знаете, к сожалению, не сейчас. У меня все процедуры заняты, придется немножко подождать. Подождать? Я не могу ждать, я уже целый день жду. Пока ждала, вы откроетесь, пока сюда пришла. Я уже хочу знать, кто там внутри. Ну, пожалуйста, освободите ванну. Пранкс-то! Можно мы следующего? Вон, смотри, у тебя уже вся собачка чистая-пречистая. Вон, сверкается. Пустите нас, ну, пожалуйста. Что вы говорите? Ну, мы первые пришли. Как? Давайте по очереди. Что это такое? Дайте хоть посмотреть. Лол, сюрприз for the pets. Wash me. Ну, как бы просит его помыть, да. А мы-то уже вроде помылись. Ну, так. Ой, сейчас, девочки, я быстро голову только ей сполосну. И все, я освобожу вам ванну, хорошо? Все, давайте. Так, давай я тебе... Ой, глазки закрывай глазки, а то пенка попадет. Давай быстрее помоемся и пропустим новиночку. Лав, лав, лав. Ну что, ванна освободилась. Как будем купать? С пенкой или прозрачной водички? Как ваш питомец больше любит? Ой, а вы знаете, давайте без пенки. Вдруг у него аллергия на пенку. У него ведь шерсть, наверное, такая пушистая. Вдруг с ней что-нибудь случится. Давайте в чистую водичку. Ну вот, такая в самый раз будет. Ну что, давайте уже откроем и посмотрим, кто же у меня там, что за питомец. А вам, ребята, интересно? Давайте смотреть вместе. Привет, друзья, девочки и мальчики. Сегодня у нас вот такая вот новиночка. Питомцы Лол Fuzzy Pets. Mike our serious. Wash me, помой меня. Его нужно обязательно помыть. А также нам обещают 7 сюрпризов. Смотрите, волшебная лупа, подсказочка, бутылочка, совочек, поводочек, шлейка такая, обувь и сам питомец. А сам питомец он необычный. Он такой весь мохнатый и шерстяной. И нужно его намочить, чтобы узнать, кто на самом деле там. Ну что, давайте уже открывать. Ванна для питомца у нас уже готова. Осталось узнать, кто же там внутри. Мы открываем замочек и смотрим, что же там внутри. Вот такая вот подсказочка с малышом и пушистым комочком. И написано «Мохнатый малыш» или «Шерстяной» или «Меховой». Что-то в этом роде. Давайте уже откроем. Уже стало вообще интересно-преинтересно. Что же там за питомец такой интересный? Открываем замочек и убираем второй слой.
Уже видно капсулу. Смотрите, она розовая, прирозовая. И видно тут такую крышечку. Это как бутылочка. Бутылочка для шампуньки, что ли? Что-то такое похожее. Ну что, открываем последний наш слой. И все, мы уже сможем увидеть нашего питомца. Опа! Ну что, все готовы? Смотрите, друзья, это и правда такая баночка, как для шампуня, да? Так, здесь есть вот такая вот крышечка. Мы сейчас попробуем ее открутить, но она почему-то не откручивается. И здесь, кстати, на крышечке нарисовано разбитое сердечко. Почему оно разбитое? Не знаю. Крышечка... О, во! Она просто так снимается. Я ее крутила, крутила, она просто снялась и все. А здесь, смотрите, здесь какие-то дырочки. Не знаю, как будто душ какой-то, что ли. Или... Не знаю, давайте смотреть дальше. Давайте откроем. Ух ты, нашего питомца. Вот здесь какая-то интересная такая системка. Но мы сейчас узнаем, для чего она. Вот наши сюрпризы. И здесь еще, смотрите, здесь еще. Ух ты. Вот такой вот лоточек. Такая как в форме мыльницы, что ли. Уже другой формы, не как у обычных питомцев. Так, ну что, будем открывать наши сюрпризы тогда. Посмотрим сначала коллекцию. Опа. А здесь у нас вот она, волшебная блестящая лупа. Так, а в коллекции у нас вот такие вот питомцы. Ух ты, какие они все красивые, прикольные. Замечательная коллекция. Ну что ж, очень интересно, кто же попался у нас. Давайте уже открывать. Не будем долго ждать. Вот такой вот совочек. Ага, на совочке у нас перышко. Смотрите, у нас что, попадется птичка? Ух ты, давайте посмотрим дальше. Что же все-таки нам попадется? О, вот такая черная-черная бутылочка. Черный совочек, черная бутылочка. Уже очень интересно. Так, это большой пакетик. Что же в этом пакетике? О, вот такая черная-черная шапка. Посмотрите. Кто-то нам такой мрачненький попадется. Интересный как. Что же это? Вот она цепочечка. Так, и та-дам! Самый питомец, вот он. Неужели он будет весь черный-черный? Черный-черный мохнатый? Нет, смотрите. Розовая-розовая мохнатка. Смотрите, она такая... Она как вообще, я даже не знаю. Комочек такой прикольный, мохнатый комочек. Здорово. Смотрите, какой пушистик нам попался. Он весь в такой розовой-розовой шерстке. Это у нас совушка. У нашей совушки будет подружка. Ну что, отпускаем? Отпускаем ее в воду и будем смотреть. Что же с ней будет происходить? Смотрите, уже проявляется наша совушка. Такая, какая она будет у нас. Ее шерстка, смотрите, она растворяется. Ух ты, здорово. Так, давайте пока наша совушка там меняет свою шерсть, узнаем, для чего же вот эта вот конструкция. Смотрите, она вот так вот, в принципе, вставляется. Так. И можно, наверное, давайте попробуем сейчас сделать так и сверху пополивать нашу совушку водой. Ой, смотрите, так она, ух ты, так она гораздо лучше проявляется. Вот уже видно личико нашей совушки. Ух ты. Смотрите, ребята, у нас уже появилась наша совушка, такая, какая она должна быть. Она такая серая сама, с черными волосами и с белой полосочкой. Ух ты, прикольная. А вся шерстка, смотрите, осталась вот здесь. А там водичка. Ух ты, привет! Какая совушка красивая! Ой, ты моя умница! Вот она, смотрите, появилась! Ой, а вы забыли еще в песочке что-то, там же тоже сюрпризик! И правда же, спасибо, что подсказала! Вот здесь же еще должны быть вроде как тапочки! Да, ребята? Вот в этом вот... Лоточка, песочка! Так, давайте посмотрим... Ух ты! Вот он песочек, а в нем
В нем что-то должно быть. Ух ты, смотрите, какие черные тапочки у нашей совушки. Ух ты, ну вот, ну вот, моя совушка полностью готова. Совушка, ты рада? Угу. Ну что, все процедуры у нас закончены, мы можем идти домой? Да-да, конечно. Спасибо, спасибо вам большое. Ну что, ребята, мою совушку зовут Уинхот. Она такая интересная, и правда же? А вам понравился мой новый питомец? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно. Ну что, ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Дариналка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока! Ну что, совушка, пойдем домой. Я тебе покажу, где ты будешь жить. Угу.